просто форум. Это учеба для заместителей глав районов региона по жилищно-коммунальному хозяйству. В качестве преподавателей были приглашены ведущие специалисты этой сферы деятельности. На протяжении всего рабочего дня участники форума углублялись в проблемы ЖКХ и пытались найти пути их решения. Рынок управляющих компаний сформировался, стабилен. При этом у нас имеется очень много жалоб и граждан, значит, в первую очередь, и на уровне министерств, и на уровне губернатора и так далее. О чем это говорит? О том, что профессионализма не хватает как по устранению текущих проблем, так и по работе с людьми. Задача форума – выработать во всех муниципальных образованиях области единую систему работы ЖКХ. Это поможет следить за стандартом качества предоставляемых услуг, да и самим службам облегчить работу. Одной из острых тем является тарифная политика. Речь идет о том, как грамотно выстроенные технологические цепочки могут привести к стабилизации тарифов на ЖКХ. Но не все зависит только от желания и возможностей участников форума. В тарифной политике большое количество монополистов, от которых мы зависим. В первую очередь это газовая отрасль, это электроснабжение. И здесь мы никак не можем повлиять на формирование данного тарифа. Это прерогатива федеральной власти. Ну и федеральные власти сейчас задумаются о том, чтобы на какой-то период делать стабилизацию тарифной составляющей, от которой мы очень сильно зависим. И, следовательно, наш тариф, например, по теплоснабжению очень сильно зависит от газовой составляющей. Еще одна проблема – отсутствие должной квалификации управляющих компаний, именно тех, кто эксплуатирует жилой фонд. Это приводит к тому, что мы, потребители, получаем недостаточно качественные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Ленинском районе ведется активная работа в этом направлении. С начала года на территории муниципалитета уже прошло лицензирование ряда управляющих компаний. Но еще остается 8 проблемных точек, где управляющие компании по разным причинам не определены. Мы должны здесь все устаканить в русло закона, в первую очередь постараться посоветоваться с жителями, чтобы они сами сделали выбор в пользу той или иной управляющей компании. Многим это сделать очень сложно, особенно когда речь идет о новой застройке, о новых домах. Людям не с чем сравнивать. Это, наверное, большая проблема, и поэтому здесь они будут доверять кому? Власти. И вот важно, чтобы наш жилищно-коммунальный блок предложил жителям наиболее успешно и зарекомендовавшую себя управляющую компанию. Результатами форума участники остались довольны, но работа только начинается. Теперь полученные навыки им предстоит применять на местах. Юлия Погосян, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.